Вот приехал Ford Focus, немножко его градом побило, как его не укрывали. Это какой фокус? Второй. Второй. И тут печалька. Тут снутри наклеены маты такие, что у меня тоже одни маты. Не сильно побился, потому что укрыли. Но как бы неприятности есть. Этот хозяин не знает, что побило. Мы-то номера не снимаем. Вот он в интернете часто шарится, наверное. Вот, не сильно, но противно. Самое главное, что в некоторых местах под вот этими матами. Вот. Ну ничего, будем пробовать. Ну, вот на капоте тоже отдельные вмятинки. Тут их несколько штук. Вот они видны. Две или три тут будет. Будем воевать с ними. Машина покраски заводской, во всяком случае капот и крыша, так что можно смело ковырять. Вот чем мы сейчас и займемся в ближайшие пару часов. Продолжаем работу. На крыше у Форда уже осталось мало вмятинок. В основном все подвышло. Работаю сразу с большим охватом. Слава Богу, лампы позволяют. Вот, получается все нормально. Металл, в принципе, достаточно податливый. Вот. Единственное, минус, конечно, тяжеловато работать через крышу, там, где наклеена вот эта вот шумоизоляция. Сейчас я ее сниму еще раз отдельно с подсветкой. Вот такие вот снутри крыши приклеены маты. Через них, конечно, ковырять очень проблемно. Вот и впереди такие маты. И сзади. Ну, слава Богу, что не на всю крышу. Вот они места видны, где градинки выковыриваются. Результат. Вмятины куда-то все подевались. Вот тут тоже была вмятина большая. Здесь вот была очень серьезная. Вот она. Это грязь. Надо было полирнуть, но не стали.